Монтебанком проводится претензионно-исковая работа в Высоком суде правосудия Лондона. На сегодня Каблязову и другим бывшим руководителям банка предъявлено 8 исков на общую сумму более 5 миллиардов долларов США. В рамках гражданских дел банком установлено, что Аблязов лжет суду и пытается продавать выведенные из быта банка активы. Такие действия, согласно английскому законодательству, признаются преступлениями и квалифицируются как проявление неуважения к суду. В конце октября прошлого года Высоким судом Лондона за проявление неуважения к суду к 21 месяцу тюремного заключения осужден сообщник Аблязова Пол Кефриотис. По аналогичным основаниям осужден Шурин и помощник Аблязова Шалабаев. Ему назначено 18 месяцев. А вчера Высокий суд Лондона признал виновным совершение ряда аналогичных преступлений и самого Аблязова, назначив ему 3 срока тюремного заключения. Первое. За сокрытие Аблязовым от суда, что он является владельцем компании «Бубрис», назначено наказание в виде лишения свободы на 22 месяца. За сокрытие информации, что он является владельцем дома «Карлтон Хаус», загородного дома «Оклендс Парк» и квартиры в Лондоне на «Альбертс Корт 17», назначено наказание в виде лишения свободы на 22 месяца. За переуступку прав требования от компании «Стантис» в нарушении судебного приказа назначено наказание в виде лишения свободы на 22 месяца. Данные 3 срока тюремного заключения исполняются параллельно, то есть окончательно Аблязову назначено 22 месяца тюремного заключения. Судом выдан ордер на его арест.